Друзья, всех приветствую! А данное видео о том, как сделать поддон без бортика плюс перегородка. Вначале мешаем цементно-песчаную смесь. В моем случае это венчик от Tyler Expert. Пользуюсь уже им года 3. Далее разливаем содержимое поддон. Ну и как только он наполнится, равняем правилом. Таким образом формируем конверт. На 1 метр делаем 1 сантиметр общего уклона. Далее делаем разметку для перегородки. Монтаж перегородки делаем из пеноблока на плиточный клей. Перегородку корректируем лазерным нивелиром. Каждый ряд привязываем к стене. Ну вот, перегородка почти готова. Далее перегородку штукатурим плиточным клеем. Потом грунтуем и после того, как все высохнет, наносим гидроизоляцию. Первый слой готов и минут через 40 наносим второй слой. Но пока мы еще не нанесли гидроизоляцию на пол, мы делаем разметку конверта. И нарезаем плитку полностью по размеру. Заготовки убираем в сторону. И начинаем клеить гидроизоляционную ленту. После чего производим гидроизоляцию всего поддона. Соответственно, наносим и второй слой. После того, как вся гидроизоляция высохнет, приступаем к облицовке поддона. Заготовки нарезали из керамогранита 600 на 600. Монтаж производим на клей Церезит SM16.
тщательно выдавливаем лишний клей, чтоб не было пустот. Ну вот, вроде с поддоном все. Доложим последнюю подрезку и зажмем СВП. Кстати, СВП я применяю от завод Пластик Руси и недавно делал обзор на их продукт. И если кто не видел этот обзор, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Переходите, смотрите, будет интересно. А это у нас была первая часть, и скоро выйдет вторая часть. А чтобы не пропустить самое интересное, подписываемся на мой канал и жмем на колокольчик. А у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание.